Бабушка, ешь авокадо. Он продлевает жизнь на 10 лет. Я представила. Я дряхлая старуха. Трясусь, разговариваю сама с собой. Самостоятельно не могу, ничего не могу делать самостоятельно. Но поскольку ты такая хорошая и добрая, ты меня не бросила. Ты целыми днями со мной возишься, ухаживаешь за мной. Тебе пришлось уйти с работы, муж тебя бросил. Но ты, стиснув зубы, укладываешь меня спать. И думаешь, зачем я давала ей этот авокадо? Ha 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 ha!